Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, я хочу глянуть, у нас здесь эволюция произошла, но не до конца. Ладно. Ну что, Индоминус, продолжай тут тренироваться, а я пока здесь пошуршу. Ничего тут хорошего у нас нету. Так, деньги, я думаю, что заберем чуть позже. Мне нужно сделать, в принципе, что? Ежедневные задания. Так, используйте ускорение. Угу. Использовать ускорение. Ну, мы, наверное, можем вот здесь вот его использовать. Или как? За 91 бакс. Нет, я не буду здесь тратить все это. Мы сделаем, наверное, немножко по-другому, по-хитрому. Если мы пойдем с тобой сейчас на арену в данный момент. Так, подожди, ускорение, ускорение. Здесь же можно, кстати, что-нибудь поделать. Эволюционная борьба без ограничений. Защитить свою территорию. Тут чистоводная, да, получается у нас. А вот давай-ка, наверное, здесь поиграем. Так, Гатса. Если я против него возьму Уэрхозавра. Блин, он мощный. Тогда возьмем, наверное, здесь Апатозавра. Потом Карнораптора и... Блин, тоже мощный, а? Анкилодока, что ли, взять? Или Эоламбию? Давай Эоламбию возьмем. Погнали. Тебе не кажется, что слишком как-то громко? По крайней мере, у меня в наушниках что-то орет, как не знаю кто. Вот так вот сделаем. Так, значит, 520 на катаке. Хищников здесь нет, поэтому переживать не стоит. Будем просто-напросто накапливать с тобой очки. 891 к атаке. Ну, как по мне, это вообще борзо. Понимаешь? Ну-ка, влупи им. Угу, осталась тыщенка. Сразу же пожанулся и, естественно, идет меняться на пеликанептерикса. Так, что мы можем сделать с этим пеликанептериксом? Мы можем его... Блин, 927 к атаке, это чересчур много. Раз, два, давай проверим так. Угу, он тоже взял одну защиту. Интересно, будет пробивать или нет? Отлично. Все-таки он рискнул меня пробить, как ты видишь. И ничегошеньки у него не получилось. А вот если мы... Нафиг я все слил, ё-моё, ребята. Там можно было намного меньше. Не 4 атаки, а 3 провести, и все, он бы отдуплился. Тут я сам виноват. Короче, 2 атаки он тратит. А Патозавру его, по идее, должен добить сейчас. Или не добьет. Глянем. Так, ну что, 202 хп у него остается. Это буквально... Одна атака. Он, правда, сейчас уничтожит меня, Патозавра. Да. Просто его стер с лица земли. Раз, два. Раз, два. Вот так вот сделаю. В топку этого Гатсу. И теперь выходит Скалозавр. А даже, ребята, если он постарается меня пробить, у него ничего не получится. Все. Пора его... Пора его уничтожать. Я уже думал, сейчас возьмет 4 защиты, и все, и фиг у нас что получится. Да, ребята, именно то, что я хотел, то и провернул. Победа здесь за нами. Это была только первая битва. Еще 3 впереди. Ох, просто... Да вы серьезно, вы издеваетесь. Мегалозавр. Плюс сегнозавр. И все 37-35 уровня. Офигеть. Ну, допустим, против мегалозавра я возьму нондогазавра. Допустим. Против этих-то нужно взять хищников. И тем более хищников довольно солидных. Например, таких как Раджастега и Таникалагриус. Подожди, а с фига ли я этого-то не взял?
Поехали. Посмотрим, что у нас получится вот при таком раскладе. Но здесь надо копить. Копить нам очки. Он, естественно, тут поменяется. Я больше чем уверен. Еще и ударит, наверное, да? Он еще и ударил. Ну-ка, давай, Раджастига, выходи. И завязывай с ним. Мегалозавр выполз. Ему не хватит двух атак, чтобы меня уничтожить. Что бы мне, блин, сделать? Давай-ка я, наверное, сделаю следующим образом. Поставим вот так и сделаем вот так. 3 очка 10, 4 даже. Он будет сейчас сливать все 4, да? Блин, смотри, он ничего не делает. Я тогда попробую сам атаковать. Отлично, вырубаем. И выползает у нас Синоцератопс. 781 к атаке, 7 очков действия. Это, конечно, мощно, ребята. Так, 5 очков действий он себе оставил. Дай-ка я попробую проверить его. Все, ему кранты. Проще пареной репы на самом деле оказалось. Ну что, друзья, еще одна победа за нами. Но там 2 боя нужно еще продержаться. Акантастега, Раджастега и Мастодонтозавр. Так, против этих я знаю, как делать. А здесь мы возьмем Эдиоморфодона. И кто у нас еще-то есть летающий? Блин, да неужели мне надо брать птеродактили? Ну хорошо, давай сделаем так, так. Поехали. Я буду мстить, и мстя моя жестоко. Сделаем вот так. Акантастега. Меняется. Берет Раджастегу. Но, как видишь, атаковать он не стал. Раз, два и защиту. Ах ты, жук ты навозный. Ну вот, в принципе, ребята, он подписался смертный приговор. Потому что дальше у меня выходит Диплозух. Раз, два, три. И разносит его к чертовой бабушке на куличке. Вот так вот. Акантастега. Ну что, ему придется сливать 3 очка действий. Ну вот о чем я тебе говорил. Ну а дальше все как по маслу. Так, так, так. Хоп-хоп-хоп. Уничтожаем Акантастегу. В принципе, без особых затруднений. И Мастодонтозавр. Надеюсь, сейчас мы и с ним завершим. Понятно, он все слил, короче, ребят. Ну что, птеродактиль, он полностью твой. Нифига у него атака у моего птеродактиля. 2063 урона. Хе, просто в топку его. Просто в топку без каких-либо проблем. Так, ну, радоваться ты сам понимаешь, еще рано. Ёпарасоте, ты посмотри. Сколько ты стоишь? 158 на откат. 106... Это дешевле, ребят, почему-то стоит. Диплозух стоит дешевле, поэтому я его возьму. Так, ну, сначала нужно сделать... Возьмем Индоминуса плюс Диплозух. И нам нужен... По идее, нам нужен Нондагозавр. Но мне его никак не получить. Тогда придется, как говорится, жертвовать. Да, ребята. Эх, была не была. Центазавр. У него очень много хп, но мало, как ты видишь, здоровья. Точнее,
Много хп, но мало здоровья, тоже сказал. У него много хп, но мало атаки. Еще вытворяет. Такс. Меняемся и добиваем, да? Димитродон готов. Ну и что ты сделаешь? А ничего, да, не стал делать. Мы же тоже не простачки. Пять очков. Угу, накопил. Какой ты красавчик, а? Все решил слить, молодца. Ну что, Индоминус, выходи. Пора тут немножечко повеселиться. Давай в топку его. Ну что, пахигалозавр. 449 к атаке, всего-то лишь. Я тебя умоляю, сосунок, получи жесточайший удар от Индоминуса. Все, ребят, я прошел события, которые вчера... кстати, ребят, я поменял эмулятор, и пока, слава богу, никаких вылетов не было. Надеюсь, так и продолжится. То есть, получается, уже у меня какой? Четвертый эмулятор. Так, забираем награду. Здесь. Опа, у нас уже обновились, ребята. У нас ежедневки обновились, прикинь. Открыть набор. А как я тебе открою набор карточек-то? Вот объясни мне, пожалуйста. Какая еще регистрация? О чем? Регистрация. Так, аэротитан поменять на деньги. Фигня какая-то полная. В начале боя перемешаны все моды. Не знаю, такое себе удовольствие. Два очка доверий. Давай. Так, каритозавр на 345 очков доверия. Поменяем. И эра титана. Ну, я не знаю, ребята. Наверное, лучше... Давай вот это вот. Фиг с ним. Нам главное выполнить задание. Забираем тут. Ребят, чуть-чуть еще остается и получим уровень. Собрать моды. Так, давай моды соберем. За деньги. Пошли у нас редкие. И что же нам тут выпадет? Альфа. Увеличивает атаку союзных существ на сотку. Задание выполнено. Это, видимо, по трате еды. Да. А здесь берсерк. Блин, самый беспонтовый, по-моему. Что-то я сегодня раскошелился, ребят. На моды редкие, столько денег влил. Ничего толкового не получил. Забираем. Уровень, да блин, не получили еще. Использовать ускорение, так. Потратить еду. 400 тысяч. Подожди, у нас же кто-то вроде был. Я же еще говорил, блин, не прокачал. По-моему, вот... Где у нас тиранозавр? Я знаю, что он у меня точно не прокачанный. Только вот найди его теперь. Так, это лангозавр. Таланка. Гац тут притулился. Вот их тестигу можно, в принципе, тоже прокачать чуть-чуть. Но этого, как ты видишь, недостаточно. Ой, ну разберись, пожалуйста. Диплокаус. Ну, я не знаю, как-то не хочется мне его прокачивать, если честно. Ютараптор. А, блин, вот хоть убей, я не могу вспомнить. По идее, динозавр-то не маленький, должен издалека быть виден.
Но я его не вижу. Кеца, который тоже, кстати, может прокачаться. Нам, наверное, знаешь, как проще сделать? Нам потратить еду нужно, да? Вот так вот делаешь, и все, ребят. И не надо париться там на какой-то прокачке, просто сразу же отключает мод вражеского существа. Ну что, уровень? Да, ребята, 68 уровень получаем мы. Вау, уровень схватки 68, олень. Легендарный причем, ребята, олень-то. Так, кофейня Боб Джунгли. Слушай, ну это топчик, значит, что мы делаем? Идем сюда, открываем уровень схватки и битва за гигантского оленя. Велоцираптор, тиранозавр, индоминус рекс. Оу. Стоп, а кем я буду драться? Ладно, давай сделаем тогда чуть-чуть по-нашему, да? А если я возьму диплотатора? Поехали. Диплотатор, ну, рептилия, сам понимаешь, у нас круче, чем хищник. Только из этого расчета я взял. Велоцираптора пока трогать не буду. Пока посмотрим, что он будет делать. Либо меняться. Нет, он ничего не стал делать. Он решил... Не знаю, что он решил, давай попробуем пробить. Да, в топку его. Выползает тиранозавр. 612 к атаке. То есть ему достаточно вот эти три слить, чтобы меня уничтожить. И он так и делает. Щит. 620. А давай-ка я сделаю вот так вот. Хлоп-хлоп. Неужели возьмет индоминуса? Нет, он ничего не стал делать. Блин, он ничего не стал делать, а? Рискнем. Ага, а риск оправдался. Но сейчас будет жесть, ребята. Так, 481 к атаке. У него 7 очков действий. Получается, он где-то 5 потратит, да? Но здесь проблема в другом. Сможет ли мой топиелозавр его теперь бомбануть? По-моему, не сможет. Воу! Смог, ребят, смог. Ты пелозавр его накумарил. А я не верил. Я не верил в него, ребят. А получилось все даже очень хорошо. Ну что, открыто, у нас новая награда. Это, ух, гигантский олень. И, соответственно, его сразу надо выводить. Пускай будет, стоит красавчик. Так, смотрим, что у нас. Подожди, подожди, смотрим. Вначале зайдем сюда. Так, набор карточек, использовать ускорение, посмотреть рекламу. Так, водную надо пройти и кайнозойку. Но я в любом случае не успею уже ежедневки эти, ребята, открыть, потому что откройте набор карточек, где я ему возьму столько карточек? Нигде. Поэтому... Предлагаю, наверное, все-таки пойти на события дальше. Дрожь земли. Схватка. Я, правда, не знаю, где мы сейчас находимся, на каком там ранге, уровне. Даже не знаю, кого взять. Ну, давай попробуем взять Эниозавра, Тропиогоптера и Барионикса. Сейчас нам покажут, кто у нас тут будет против нас выпендриваться, и все станет сразу на свои места. Ну давай, давай, давай. Так, угу. Блин, рептилия. Кстати, на этом эмуляторе даже в бой намного быстрее заходит, ребят. Намного быстрее. А эмулятор этот называется Мемо. Если вдруг кому-то интересно. Так, травоядник, да? Блин, неужели он сейчас возьмет этого? Поменяется, скорее всего. Мне так кажется.
Я бы поменялся лично. Нет, он не стал, он не захотел. Бариньоникс, у тебя... В принципе, у тебя нормально все с атакой. Давай попробуем прописать ему. Изи. Но вот это хламон нас уничтожит. Да, 591 к атаке, плюс у него 4 очков. Это ему нужно будет слить 2. 2 оставляет он себе. И что у меня остается? Это Супрано Титан. А у меня тут вот этот хмыреныш, да? Придется, наверное, его брать. И, честно говоря, его подслив. Хотя, подожди. Ну да, придется его подслив, ребята. Отдавать. Давай так попробуем. Сливай все тогда уже. Че ты там жмешься? Блин, вот это вот все мне не нравится. Рискну. Ага, видишь, что сделал? 3 защиты, друзья мои, взял. И не атакует, а это посмотри. Бомбит. Уничтожает нас, друзья. Он нас уничтожил. Ну что же. Здесь придется сделать попроще. Раз, два. Раз, два, три. Четыре, раз, два. Так, ну этого парня в топку, понятное дело. Здесь у нас полная перестраховка. О, Супрано Титан, лашпен. Ребята, все, ему кранты. Ему кранты. Я как раз взял 4, чтобы он, ребят, меня не смог пробить. Ну, а теперь просто полностью влупляем на атаку. И все. До свидания. Ну, я тебе скажу, легендарные карты, ребята, присутствуют здесь сразу же на этой поединке. Я сейчас посмотрю, на какой мы лиге вообще находимся. Ну, все, 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 красавчик, молодец. Так, что за лига? А, мы в хищниках, друзья мои. 5% лучших. Давай. 32 тысячи монет. Понятно. Очередная схватка, ребята. Анкилодок пойдет у меня. Эдиоморфодон. Блин, самое обидное, что у хищников-то не осталось. Пеликанептерикса, что ли, брать? В общем, здесь я много не повоюю. Я уже думаю, ты догадался, да? Ну, не получается, у меня никого нету. Я всех хищников, ребята, потратил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот Карнораптор-то, конечно. Конечно, это жестко. Блин, горелый я. Интересно, он мочканет две атаки или нет? Не стал. Может быть, это хорошо, что он не стал делать. Давай так вот. Мне нужно его валить обязательно. Минус Пеликанептерикс. Но он зато все потратил абсолютно. Полторы тысячи, да, у тебя, гаденыш? Житух. На тебе. 237 к атаке. Замечательно, ребят. Гаргазух тоже нам ничего не сделает. Так, одну очку 10 он себе оставил, да? Так сказать, на дорожку. Так, 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 так. Пробивной. Вот и все, и нет Гаргазуха. Ну и Диплотатор, у него еще меньше атака. 189. Ну давай, сливайся. Я тогда тебя просто накину нашим этим. Да ладно, он ничего не стал делать. Зря ты так, парень, ой, зря.
Ой, зря. Ну что, ребят, поздравляю нас еще с одной очередной победой. К сожалению, видимо, последний, потому что больше мне некого взять. И рад бы постараться, ребят, подраться здесь подольше, но, видишь, никак. Блин, а тут до доминатора всего лишь ничего осталось, да? Совсем копеечки. Оп, $10. Так, ну что, давай тогда водную сыграем. Это я имею в виду именно по ПВП. Давай-ка на Зойку и водную. Раз, два, три. Поиграем здесь, потом водную. И у нас останется, может быть, только на вечер, если, ребят, когда у нас будут там рекламы, и посмотреть по откатам. Три этих, три пака нам нужно открыть. Ну, это что-то, конечно, не особо хорошо здесь против оленя. У него соляночка. Разнобоечка называется. Все-таки атакует. Все-таки атакует. Ну что, мне, наверное, взять надо тебе, браток. Я посмотрим. Этот олень сразу побежит в кусты. Поверь мне, сразу побежит. Шемин там просто сиганет от нас. Попомни мои слова. Видишь? И взял энтеларакса. Но атаковать, как ты видишь, он не стал. А я вот как раз-то бомбануть хочу его, ребят. В топку его. Так, Мегистокурус. О, щет. Ему достаточно одной атаки. Так, и 3 очка действия он у себя оставил, да? Вот как он там будет себя вести? Раз, два, раз. Давай так попробуем. По-моему, кранты. Да, Мегистокурус у нас просто сейчас уничтожит. Он будет сливать 6 очков действий. И тут, как говорится, у меня без шансов. Раз, два, три. Ну, против оленя я уже, к сожалению, не смогу выкрутиться никак. Против гигантского оленя не получится. Он просто сейчас, ребята, всю атаку сольет и... мне хана. Вот и все, вот тебе и весь расклад. Бедный мой Уртинотериум, а. Похож на верблюжонка. Ну, что я могу сделать, ребят? Ничего абсолютно. Получил, как говорится, по заслугам. Так, тут у нас что-то награды какие-то. Так, еще приз. 200 тысяч монет. Так, используйте ускорение. Используйте, так, водных. Разных обязательно. Обязательно разных. Какой VIP, ё-моё. Поехали. Раз, два, три. Обязательно должно быть три разных. Только в этом случае засчитается. Тут... если ты будешь, ребята, ну, одинаковых брать, классы, да, например, пещерники там или коралловые эти, то это не будет засчитываться. Должны быть обязательно разные. Ну, что мы тут видим? Мы тут видим ерунду. Вот зачем я поменял, ребят? Как будто мне это что-то даст. Он сейчас, если бы... он меняется. Воу, 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 тихо. Фига себе. Вот так, ребята. Поменялся на свою голову, называется. И не кажется, что у него слишком атака мощная. Да. Трэш какой-то.
Опять меняется. Ну, я попробую сейчас пробить. Вырубаем, да? Ну, я представляю, сколько он очков сейчас здесь получит. 4. Она, да? Моему гигантскому артакоду получается. Да, это Литостега все, ребята, картами спутала. Ну, попытаемся. Давай все солью, фиг с ним. Так, интересно, кронозавр, сколько он имеет к атаке? 511, все, ребят, 511, он сейчас возьмет 4 атаки. И ему как раз хватит, чтобы меня уничтожить. Если бы у него было бы 3 атаки, возможно, мы бы еще выжили. Но здесь уже... Здесь, к сожалению, никак. Не фартануло, не повезло. Можно так сказать вкратце. Эх, Генодус, Генодус. Да Лептостега просто все, ребята, все карты спутал. С одного удара вынес мне этого хайнозавра. И все. И пошло, как говорится, через одно место все. Так, ну что, откройте набор карточек, используйте ускорение и рекламу глянуть. Ага, вот сейчас мы как раз и глянем рекламу. Так, ребят, я посмотрел рекламу, но почему-то она не засчиталась и пишет, что нет новых материалов, попробуйте позже. Ну что, тогда я предлагаю закончить на сегодня серию и, возможно, вечером зайти и... Тут как раз у нас обновятся события, да? А задания ежедневные уже останутся эти до завтрашнего дня, так что мы можем успеть их доделать, ну и плюс новые события допройти. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.